24 и 25 февраля в подмосковных Мытищах прошел чемпионат России по современному мечевому бою. Соревнования состоялись в рамках Кубка равноапостольного Николая Японского. По итогам отборочных туров в сборную УРФО вошли 20 спортсменов клуба исторического фехтования «Ратники» из Шадринска. Под руководством тренера Дмитрия Семенчукова ребята выиграли во всех возрастных категориях в командных боях 5 на 5. Также успешно выступили в личных зачетах. На протяжении последних двух месяцев была проведена колоссальная работа по подготовке к этим соревнованиям. Наши ребята прекрасно себя проявили, завоевав большое количество медалей. Это наша общая победа. Благодарю всех, кто нам помогал, комментирует каналу Инфо24 Дмитрий Семенчуков. В личном зачете среди шадринских спортсменов победителями стали Дарья Уфимцева, Денис Самылов, Мария Рыжкова и Егор Ядряков. Вячеслав Лазарев стал чемпионом сразу в двух категориях – сабля-баклер и триатлон. Всего в копилке ратников вместе с командными наградами 10 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых медалей.